Здравствуйте, сегодня я расскажу вам историю одной камелии. Вот этой вот красавицы. У меня несколько камелий, но вот такого вот размера никогда не было. И к тому же она ароматная. Запах просто сказочный, такими прекрасными духами. Нежный и очень такой тревожащий, я бы сказала. Ну вот такая вот красавица была приобретена мною. Видите, всего одна ветка. В прошлом году я брала ее в горах, в Пилео. Брала как взрослое растение. Она была усыпана огромными бутонами, вот-вот готовыми раскрыться. Ну и, разумеется, я ее приобрела. И когда привезла домой, я показываю, видите, на поверхности не видно никаких корней. То есть они где-то там далеко в зачаточном состоянии. А вот другой камелия, видите, аж на поверхности. Привезла домой эту камелию. Она качалась в горшке, несмотря на то, что была вот так вот укреплена палочкой. Думаю, да что ж такое, дайте посмотрю. Вынимаю ее, и оказывается, что она без корней абсолютно. Камелии укореняют таким вот образом, размножают, вернее. Ветку обворачивают влажным сфагнумом или торфом. Сначала обмазывают корневином, такого, любым препаратом таким корнеобразовательным. И обматывают, ага, улиточку вижу. Обматывают пленкой, знаете, такой пищевой пленкой. И держат ее какое-то время, растение укореняется, и потом просто отрезают эту ветку и сажают. Ну так вот, моя была посажена вот с такой вот, с таким вот комом торфяным, но корней у нее не было. Я, конечно, перепугалась. Вот видите, написано арома, то есть ароматная. Камелия ароматная, я, честно говоря, первый раз встречаю. Перепугалась, было очень жалко, думаю, потеряю такое растение. И что же сделать пришлось? Посадила ее в горшок с другими камелиями, привязала очень крепко, чтобы она не шаталась. Почему с другими камелиями? Чтобы не собиралась большая влажность в горшке. Другие растения взрослые, и они выпивают воду, потому что я боялась, вдруг я перелью такое растение. Ну и оказалось, что девочка наша очень серьезная, укоренилась, и даже через год выдала мне 2 бутона. Конечно, не столько, сколько было в магазине, но зато она теперь с корнями. Посмотрите, какой размер. Камера, конечно, цвет не передает абсолютно. Она цвета фуксии. Оказывается, камелию очень легко укоренить. И еще немного других моих камелий. Ну, вот это обычная камелия. Необычное в ней то, что половина цветов розовые, а половина двухцветные с белыми вкраплениями. Нам она очень-очень нравится. Разумеется, у меня есть еще и белая камелия, и варигатная камелия, но они пока не распустили свои бутоны. Самое интересное, что бутоны камелия растет 9 месяцев. А теперь вот такая вот прекрасная варигатная камелия. Но не цветы у нее двухцветные, а листья варигатные. Целое дерево, посмотрите, какая она высокая. Обожаю. Сейчас самый-самый сезон цветения камелий. В этом году, конечно, они немножечко задержались. Спасибо!